На парковку мы бежим. Что-то опять тормоза какие-то. Ой, блин. Сейчас мы, блин, припаркуемся. На парковку мы бежим, припаркуемся среди машин. Сейчас опять будет маленькая комнатка, тут будут и пушки, короче, и эти чуваки. Но пушки-то я отключил. Вот, а так, если я их, когда я их не отключал, тут реальная жесть, короче, была. Просто вообще был пипец. Представляете, я пушки не отключал, я... Ну, примерно, если я на самом сложном режиме, я проходил раз 20, то я из этих раз 5... Вообще, ну, я никогда не отключал их. То есть я как-то их отключал одни из первых прохождений. Одни из первых прохождений, когда я проходил на легком и на нормальном уровнях, я их отключал как-то пару раз. И потом я совсем забыл то, что их можно отключить, и никогда я их не отключал. То есть практически всегда я проходил их не отключая. И на самом сложном уровне очень сложно было. То есть я на самом сложном уровне несколько раз, вот сколько я раз проходил, я их никогда не отключал. Я правда говорю, действительно. Вот, ну тут как, тут можно сохраняться сколько хочешь раз. Тут, например, в одной комнате врагов убьешь, побежишь, сохранишься. В другой комнате врагов убьешь, побежишь, сохранишься. Вот. Так что поэтому. Да, они на меня не целятся. Тут пушки есть, я сто пудов говорю, но они на меня сейчас не целятся. Тут... Вот видите, сколько их тут. Товарищи, мы сразу зарубим. Так, видите их сколько? Тут две, потом еще одна, третья была, я ее замочил. Это четвертая. И даже еще одна есть. Представляете, я честно говорю, я их никогда не отключал. Я на... Ну, кроме тех там пару раз как-то еще я иду, и что я... Блин. И то я даже не помню такого, что их можно отключить. Потому что там, например, если я игру проходил 40 раз, только 2 раза только я их отключал. Потом я об этом нафиг забыл. То есть, представляете, я, блин, все время проходил с этими пушками. И мне было очень сложно, особенно в этих комнатах, и там еще. Тут сейчас невидимка. Еще было несколько комнат, где то же самое, пушки эти. Очень сложно было проходить. По 100 раз там умирал. А оказывается, их можно отключить. Еще он побежит или вот оттуда, вот куда я смотрю. Или оттуда, откуда мы пришли. Вот, точно отсюда, правильно. Но можно его быстро зарубить, можно с ним подольше повозиться. Прозрачный. Его сразу зарубим. Он уже хотел исчезнуть, а я его добил. Пенициллин. Это как раз фигня от того спасает, чем он может отравить. Тут сейчас закрыто. Нет, тут открыто. Вот это место, откуда они вышли. Вот эти чуваки в заставке, то место. Как раз та заставка, которая... И тут можно о них прочитать, кстати. Как раз та заставка, которая была, когда у меня опять скринсейвер пошел, я прям во время заставки прервал запись. Вот голем. Или голем. Вот. Павн. Грин, зеленый, стандартный. Вот эти зеленые обычные. Рук, серый. Close Combat. Ну, в принципе, они все могут как Close Combat, так и на дальней дистанции. Потому что они бегают, короче, тоже. Knight, вот это Purple. Вот это как раз вот эта невидимка, но он также бывает и красный. Вот Bishop, вот он, красный. То есть, как бы вот. Потом сюда нужно будет зайти по хорошей концовке. Эту дверь откроем. Зайдем сюда. Тут должно быть много пушек. Но это будет прикольно, потому что они на меня не будут реагировать. Вот их сколько. И им всем по нулю. Я даже забыл. По-моему, никакая магия на них не действует. То есть, ну, это энергия. Видите, как классно. А вот в той комнатке опять будут чуваки. Я туда не пойду.
Ну, не потому, что мне не хочется. То есть, потому что мне не хочется туда. Не пойду. Шли на парковку по прохождению. Такая бегает за здоровым этим лезвием. Сейчас тут на телефон нужно ответить. А, это не сейчас, это в другой раз, когда мы потом сюда вернемся. Так. Тут сейчас будет небольшая головоломочка. Берем ключ. Ну, что-то, блин, зависает постоянно. Вот тут эта панелька. Так. Это потом откроется. Нужно карточку использовать сюда, чтобы открыть. Ну, давайте сначала тут. Значит, тут у нас будут... Вот. Тут несколько... Вот этих можно зажигать. Красный нужно включить, чтобы по прохождению. Остальные все можно не включать. Но я хочу включить, но что-то еще будет предмет. Неправильно. Опять не то. Я уже забыл, как это делать. По-моему, так. Не, нет ничего. В общем, на каком-то месте тут нужно на какое-то поставить, и тогда появится сумка. У меня ее сейчас с собой нету. Сумка, она очень дорого стоит, но... Что так попробовать? Давайте. Нету. В общем, я не помню, как тут надо делать. Ладно, это пофигу, в принципе. Нужно сейчас вот сюда, чтобы тут было. Не, неправильно. Что-то не то. Что-то я совсем забыл. Во. Вот сумка. Ну, видите, я уже взять не... Но она дорого стоит. Давайте выкинем. Вот она стоит столько же дорого, как и эта. Давайте вот это восстановление 2 выбросим. И возьмем эту штуку. Так, сумка оказалась та позиция, на которую я думал по прохождению, чтобы поставить. То есть я думал, что на вот эту надо поставить, чтобы по прохождению. Оказывается, на другую надо. А какую тогда? Я не помню. Точно не это. Вот так, по-моему. Не, это точно не то. Ну, попробуем. Да, должна машина вы... А, это синяя машина, но это не та. То есть уже можно поехать? Нет. Нужна красная. Я же говорил, что не та. Нужна красная. А вот где она? Что-то не помню, блин. Может, тут? Вот она, слава богу. Теперь нужно ворота открыть. Это открывается с помощью карточки, которую мы брали у гуманоида. Не то. Сейчас в новую зону поедем. Давайте уже оставим на следующее видео, потому что очень прикольная тема будет.